давайте, наверное, воздадим Господу славу, аплодисменты за чудесные слова. Мы слышим, что пастор, знаете. Я бы хотел поделиться действительно Божьей славой в нашей работе, в нашем бизнесе. Когда мы приехали сюда, мы с моей супругой, с моей семьей очень долго искали, выбирали себя, где приложить свои умения, свои навыки, свой опыт, чтобы это занятие, этот бизнес, он был бы, конечно же, финансово успешным, чтобы это было интересно для нас самих, и в-третьих, чтобы через это, через нашу работу, через наш бизнес мы имели возможность служить и евангелизировать. Вот. И на этой неделе вышел свет первый номер нашего журнала «Дверь ПГ», который многие уже видели, многие читали. Вот. Это действительно Божья слава, потому что сделать, скажем так, этот проект, этот журнал не легко, не просто. И через это мы открыто говорим, что здесь приложил свою руку сам Бог. Вот. И на страницах нашего журнала мы в первую очередь выделили, да, можно так сказать, или определили место, где мы будем евангелизировать и говорить про Иисуса Христа русскоязычным людям, которые проживают здесь, которые приезжают сюда, те, которые еще не знают Бога. Вот. И хотел бы, конечно, сказать большое спасибо Богу за то, что Он дает нам эту возможность так служить людям. Вот. И хочу сказать большое спасибо всем вам, прихожанам, нашим братьям и сестрам, те, кто молились и молятся за нас, кто поддерживает нас молитвенно, тем, кто делом помогает нам в выпуске этого журнала, всем тем, кто действительно всем сердцем переживает за этот проект, за этот журнал, за его дальнейшую судьбу. Вот. И я хочу сказать, что, конечно же, здесь доля всех нас, всех вас. Большое вам спасибо. И большое спасибо нашему Господу. Слава Ему!